Важно не только соблюсти сроки проведения работ, но и уделить внимание качеству. Контроль за этим ежедневно ведется заказчиком, а также дорожной лабораторией при непосредственном участии общественников. Качественная реализация национального проекта – это прежде всего комфорт жителей и гостей курорта. Они уже оценили, как проведен ремонт улиц в Адлерском районе. Комфортно, удобно, в принципе, неплохо, все хорошо. А вам? Да, меня тоже все устраивает. Комфортно ходить, детям нравится. Машины вроде бы сильно не спешат из-за полицейских, так что все хорошо. Очень удобно, комфортно. Мне нравится. Я и с тележкой тут ездила, и так хорошо, мне нравится. Я чисто внешне вижу, что все сделано аккуратно, людям приятно ходить, я думаю. Хороший, нормальный асфальт, ничего плохого. Высокое качество и эффективность проведения дорожных работ отмечают и в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта. Шестой год в городе Сочи продолжается реализация проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году был запланирован ремонт 59 участков автомобильных дорог. Это более 39 километров. На текущий момент все основные работы завершены на всех улицах. А это, к слову, 54 улицы. На последних пяти сейчас заканчиваются работы по обустройству. Проводится установка знаков и нанесение дорожной разметки. В Адлерском районе ремонт уже завершен на улицах Приграничной, Гвардейской, Герцена, Калинина, Куйбышева, Старонасыпной, Черниговской, Сергиевской, 26 бакинских комиссаров и в переулке Водяном. В Центральном районе – на Рос, Воровского, Северной и Юных Ленинцев. В Лазаревском районе работы завершаются на улице Калараша. Учитывая количество улиц, готовых к эксплуатации, можно смело сказать, что Сочи опережает заданные сроки.